Очень многие семьи, которые имеют детей, особенно маленьких, в силу того, что мама сидит дома, испытывают материальные и различные трудности. Это такого плана, что не хватает финансов на коляску, на приобретение какой-то одежды, памперсов, на детскую кроватку. И поэтому как бы мы обращаемся ко всем неравнодушным людям, если у кого-то остались какие-то детские вещи, детская мебель, чтобы они у вас не пылились в гаражах, и вы могли бы сделать безвозмездный дар таким семьям. В прошлом году акцией было охвачено 90 детей. Большой вклад внесли такие предприятия, как «Русгидро», «Бэйби Дрим», «Женсовет» и другие. Были вручены адресные какие-то подарки, было очень много подарено постельного белья, детских вещей, много было подарено памперсов и предметов личной гигиены. Приятно осознавать, что в нашем городе есть люди, которые и занимаются, значит, благоустройством и горожан, и города, которые неравнодушны, которые идут на помощь, которые сами приходят и предлагают свою помощь. Огромное всем за это человеческое спасибо. В прошлом году акция стартовала впервые. Временных рамок у нее нет. Дети рождаются каждый день, и проблемы, соответственно, возникают тоже каждый день. Поэтому помощь от неравнодушных людей просто необходима. Пользуясь случаем, хочется поблагодарить нашего руководителя, директора центра Алевтину Николаевну Трофимову за ее труд, за многолетний, и поздравить с юбилеем. Уважаемая Алевтина Николаевна, весь наш коллектив, все наши дети, мы хотим пожелать вам крепкого здоровья, благополучия, чтобы в вашей семье все было замечательно, чтобы у вас был душевный покой. Мы вас очень-очень любим.